Жители Красногорска с нарушениями слуха могут воспользоваться справочно-коммуникационными услугами круглосуточной диспетчерской службы «Забота». В связи с распространением COVID-19 абонентам системы «Забота» доступны следующие услуги. Консультационная помощь в оформлении документов и пропусков, вызов экстренных и коммунальных служб, предоставление справочной информации о работе волонтерских организаций, в том числе тех, которые привозят продукты и лекарства на дом, и контроль за доставкой продуктов. Связаться с операторами системы «Забота» можно, отправив смс-сообщение на номер +7 903 177 18 29, по факсу +7 495 120 11 62, по электронной почте osz@sobaka-забота365.ru или позвонить по скайпу на аккаунт «Забота 99».